поговорили о жизни, многое друг друга объяснили, и возникает драка! Вот это положение Осала против Сергеева! И Тимкин хочет выяснить отношения с Радуловым! Несколько у нас стычек на площадке в Магнитогорске в шестом матче! Эмоции вышли из-под контроля! Нет, Радулов с Тимкиным не будет драться, а вот Осала с Сергеевым повязали друг друга, вмешался арбитр. И один разнял двух бузатеров. Эдуард Козин говорит, ну все, ребят, ну все, давай, штрафнуть. Умеет поговаривать. Иван Токич, он же был миротворцем. Ну вот мы вначале говорили, да, про Воробьева, что поменялся после четвертой игры. А также про Радулова тоже многие говорили, и специалисты, а как также Сергей Наевич, то, что в какой-то момент он перестал разговаривать с Сунем, понял, спокойно стал реагировать на удаление или на какие-то зацепы. Судье чуть не досталось. Ой, как смешно смотреть.